Привет всем! Сегодня хочу сделать обзор на такую долгожданную вещь для меня. И я думаю, это такая радость для фаната Кристины Агилеры. И это турбук Турастрипт Кристины Агилеры. Почему долгожданная? Ну, во-первых, потому что очень сложно было ее найти по нормальной цене. Загибали там какие-то нереальные цены. Я уже думала, что все, это все дело из разряда очень-очень редкое. И будет не купить, либо придется долго-долго упорно копить. Но, к моему счастью, в принципе, я нашла на eBay вот эту вот книгу за нормальные деньги. Я даже удивилась, когда ее увидела, что она может столько стоить. Ну, примерно это все дело. Вместе с доставкой вышло 1005. Но, в принципе, для турбуков и для сегодняшнего курса доллара это нормальная цена, честно вам скажу. Есть дешевле, но обычно турбук, мне кажется, минимум отдают его за 1000-1500. Ну, опять же, смотри, какой турбук. Если он там какой-нибудь из двух страниц, то, возможно, его отдадут и дешевле. Но, опять же, надо думать о том, что есть еще доставка. И доставка может иногда выходить в сумму больше, чем вы покупаете товар. Вот. Ну, мне как бы повезло, мне прислали данную книжку, и теперь она у меня есть. Книжка в хорошем состоянии. Она интересно оформлена, потому что здесь вот такие вот штуки. Не помню, как это называется. В общем, железные на спирали, так назовем. И она содержит много-много фотографий, в общем, очень-очень крутая, давайте смотреть. Она не такая уж прям большая, но такой стандартный турбук, который сейчас выпускают, может быть, чуть-чуть побольше, но не прям такая гигантская. Вот, и здесь Кристина вся такая, типа, выступающая против стандартов общественных. За это мы любили Кристину в период стрипт. Очень-очень такой известный достаточно период. Здесь вот интересно то, что здесь написан трек-лист и песни, которые выбирались. Здесь даже написано, что это live stage, то есть для сцены. Всякие фотки записи, всякие диски записанных песен. В общем, очень-очень-очень круто. Различные фотки с фотосессии. Фотосессии мы все, ну, если вы фанат от Кристины, вы все знаете такие. Здесь вот достаточно такие фотосессии откровенные. И фотки выбраны такие, которые вы не часто встретите в интернете. Ну, конечно, сейчас все встретишь, но есть некоторые редкие, есть некоторые прямо очень-очень нередкие. Здесь есть такие фишки, такие вот листы. Здесь типа Genie in a Bottle. И он такой, знаете, такой прозрачный, что ли, сделан. Интересно. Вот. И Genie out of Bottle. Типа распорядок дня, типа подъем. Вот такая вот Кристина, собирающаяся с собачками, делающая макияж. Вот такие вот, здесь такие фоточки, команды, фотки из туров, ну, как обычно. Что еще можно вставить в турбук? Can't Hold Us Down, в целая фотосессия, так, посвященная этому клипу. Также вот такая тут откровенная Кристина. Коту тоже понравилось, особенно пружинка. Вот такие вот здесь штуки. Песни подписаны, всякие там Lady Marmalade, Genie in a Bottle, Kamanova, то есть и отрывки из этих выступлений. Вот даже тут фотка такая достаточно редкая. Fighter. Видео. Вот интересно, тут такая Кристина завалилась на диванчик.
В общем, как-то вот так вот. Это у нас фотосессия к альбому Stripped. Такая тут интересная Кристина. Beautiful. Вот, кстати, вот отрывок из клипа Beautiful. Экстина. Такая вот тут откровенные фотосессии, где Кристина практически... Ну, здесь она, кстати, голая, там она еще в трусах. Вот. Такие вот тут девочки. Ну, опять же, крю, то есть команда. Вот на такой тоже вот прозрачной бумажечке. Вот такие вот тут интересные дерзкие девочки, мальчики. И все такая же девочка, которую вы знали. То есть Кристина такая же молодушечка. А здесь такая же, типа, девчушечка, как вот вы видите. Все та же девочка. То есть, несмотря на то, что она вся такая прямо грязная, она все равно. И вот смотрите. Такая вот тут Кристина. То есть это просто супер-пупер турбук. Я думаю, вы разглядели, вы поняли, что я права. Напишите свое мнение, что вы считаете по поводу этого турбука. Нравится ли он вам, есть ли он у вас. Напишите еще что-нибудь. Огромное вам спасибо за внимание. Ставьте палец вверх. Надеюсь, вам понравилось данное видео. И пока-пока.